Друзья, всем доброго дня. Значит, это наш герой, который попался в барабанную вершу, которой мы отлавливаем комет в нашем диком пруду. Хочу сказать сразу всем, друзья, чтобы вы не писали в комментариях, что убей там или что ты с ним будешь делать и тому подобное. Хочу сказать вам сразу. Мы никого не губим, это жизнь, это природа, поэтому каждый имеет право на свое существование, и ужа этого мы освободим. Вот единственное, что честно скажу, не всегда приятно его оттуда доставать, поскольку он начнет там текать, сейчас будет вокруг руки. Вот это он сделал напрасно. Вот он голову просунул голову, это плохо. Теперь он может застрять. Его теперь нужно назад достать, чтобы он залез, помочь. И потом я покажу, как лучше его оттуда достать. Вот он нашел такую, видать, дырочку, просунулся в нее, и это очень плохо. Ну что, друзья, приходится самостоятельно ему помогать в этом. Вот если он и сейчас как бы не пойдет на свою свободу, ну тогда не, сейчас пойдет, красавец. Давай, иди домой. Устал, конечно. Вот такие вот у нас уже здесь, друзья. В нашем питомнике поплыл на свободу. Он устал, очень сильно устал. Вы видите, у него даже нету сил спрятаться, но это его домик. Все, пошел к себе. Я уже привык к ним. Вот пока копаю, здесь там кувшинки, там, да, в нашем питомнике. Бывают вот такие вот особи, просто по спине переползут и идут по своим делам дальше. Я уже к ним привык. Конечно, не всегда это приятно, но особенно если это неожиданно. Оно всегда ассоциируется, да, там с каким-то питоном, там давом. Насмотрелись там в ютюбе роликов, как какие здоровые есть и могут даже человека затянуть. Вот поэтому к ним такое вот есть ощущение. Ну, эти у нас маленькие, у них длина около метра всего, поэтому они абсолютно безвредны. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!